Этот огромный кабан охотится на людей. Он в несколько раз больше обычной свиньи и гораздо агрессивнее. Он нападает на людей, как только увидит. Он может ворваться в дом в ярости, чтобы добраться до человека. Все убегают, слышны только крики и рычание кабана. Капитан охотников поднял ружье и выстрелил в свинью, но не осознавал, что пули не смогут нанести вред кабану. Затем он повернул к нему голову. Охотник испугался и обмочился в штаны. Но свинья его не тронула, просто прошла мимо. На следующий день группа охотников пошли в лес на охоту. Когда они вышли из пещеры, их уже ждал кабан, потому что они только что убили его детеныша. Кабан разозлился и побежал за ними в ярости. Капитан охотников повел их в трубу, чтобы спрятаться, но последние полицейские все равно были ранены клыками кабана. Он уже дошел до устья трубы. Он рычит с широко открытой пастью и пытается протиснуться внутрь. Но кабан был слишком большой, чтобы пролезть. Люди устремляются в другой конец трубы, и им удается сбежать.